Цена на такси действительно сильно взлетела по стране на 24%. Причин несколько. Ну вот, например, комиссия агрегаторов стала выше, поднялись цены на бензин, на ОСАГО. Правда, минимальная стоимость посадки в Краснодаре осталась прежней – 59 рублей. Только уже не за 2 километра, как было раньше, а за 1,5. Давайте сравним цены с другими городами юга страны. Например, в Ростове такая же сумма, только за 2 километра. А вот в Волгограде минимальная стоимость 69 рублей. На 10 рублей дороже. Самая низкая минимальная стоимость оказалась в Ставрополе – 49 рублей. А вот аналитики посчитали, жители каких городов, миллионников, больше всего тратят на такси, больше всего денег тратят ожидаемо – в Москве и Санкт-Петербурге. Средний чек поездок – 479 рублей и 334. А на третьем месте новосибирцы. Им одна поездка обходится в среднем 250 рублей. А самые низкие расходы у жителей Уфы. Средний чек на поездку 173 рубля.